Всем доброе утро! Мы сейчас собираемся и будем выезжать в Барселону. Покажем немного город. Да, тети мои. Вот. И потом поедем в Плаидару. Ответим. Да? Да. Меня спрашивали в комментариях, писали: Катя, ты что, клеишь ресницы или какой-то тушью пользуешься? Так вот, ресницы я не клею. Я первый слой крашу гуашь. А второй слой уже, вот здесь у меня уже готово. Буталином. Нет, а Maybelline, которую я показывала на бьюти-канале, обалденная тушь. Вот ею крашу, и ресницы очень длинные, пышные становятся. Короче, рекомендую! Не знаю, у меня и так длинные ресницы. Я не крашу. Ты мой шутничок. Не, ну в одни действительно ресницы. Единственное, они у тебя как бы не загинаются так вот вверх, так, а у тебя ровненько. Этими еще закручу. Вот, сейчас тебе закрутим, давай. Они все ресницы мои там останутся. Блин, я забыла закрутить. Ладно. Они у тебя и так. Давай тебе закрутим. Давай. Да не надо. Ладно. Короче, там уже в Барселоне, я думаю, увидимся, да? Да, мы уже позавтракали вкусно. Что мы завтракали? Мы завтракали яичницу, хлеб, авокадо, колбаски, всякие сырочки, кофе Ваня всем сварил. Вкусный. Для меня нет. А? Меня не видно. Тебя не видно? Нет. Ты спрятался за компьютером? Угу. Бывает же такое. Ага. Что тут наши мужички делают, а? Летаете? Летаете? А ну-ка, покажи, как ты летаешь. У-ху! У-ху! Мы к Саше включили испанские мультики. Сидит, смотрит. Да, он уже выучил испанский. Молодец какой. Ну что, все, мы приехали. Первый наш пункт — это Тибидабу. Вот храм Святого Сердца. Очень красиво мы пофоткали здесь парк аттракционов. Вот, и сейчас мы идем на смотровую площадку смотреть на Барселону с птичьего полета. Здесь очень красиво. Сейчас вам покажу. Вот она, наша родненькая. Так, мы следующее, чтобы мы приехали смотреть, это Саграду Фамилию. Да, ребятки? А? Классная Саграда Фамилия? Да, жарко, да. Очень. Да, вообще на небе не облачко, вообще. Где-то по бокам. Куда-то поразлетались, да, вон там облачко. А здесь вообще нет. Мы приехали на Пласу Испании, здесь немного перекрыли. Ой, Пласа Каталуния, точно. Вот здесь немного перекрыли, ремонтируют площадь, и мы идем фотографироваться. Вот фонтаны, цветы, голуби. Не прошло и много времени, мы уже приехали в Плаидару. Сейчас пойдем купаться. Да. Скорее всего, мы сейчас пойдем плавать всем семейством. Отмываться. О, как хорошо. Да. Вернулись только что с этого, ну как только что, вернулись, уже темно на улице, с пляжа накупались, волны такие сильные были. Вода ледяная. Вода ледяная, но мы все залезли купаться, кроме Саши. Сашу не впустили мы в воду. Вот, и сейчас мы будем ужинать, варим пюрешечку, так как у нас Ваня делает супер-пупер вкусную пышную пюре. Да, и он у нас будет сейчас вот, я все почистила с Алинкой. А Ваня сейчас будет это все так вот тушь. Почему ты там не поставишь? Там больше места. Хочу. Ты хочешь здесь? Да. Ну ладно. Ну хватит тут совсем чуть-чуть. Да хватит. Что, думаешь, не хватит? Масло достала? Я уже все достала. Усё! Мы отправляемся домой. Ваня взял печёночный тортик. Он будет ужинать сегодня. Сегодня ужин. Да я уверена, что мы приедем домой, да ты скажешь, нет. Надо покушать. Я максимум чайку попью. С тортиком печеночным. Нет. Нет? Это на завтрак. На завтрак? Мы, короче, ребят,
так круто припарковались, и никуда идти не нужно вообще. Прям вот, вот мы выходим, сейчас спустимся, и наша машина стоит. То есть вообще обалденно. Я думала, блин, едем в Плайдару, камеру с собой взяли, можно было бы йога-челлендж отснять на пляже. Ага, 10 раз. А потом, короче, пока мы покушали, пока пообщались, пока вещи разобрали, пока то, пока сё, короче, времени вообще не было. На тебе йога-челлендж. Давай. Тебе. Ты мой джедай, держи камеру и тортик. Ой, можно тортик просто как-то на пол поставить? Нет, на колени. А что там у тебя? Это от кофе, то, что ты покупал. О. Так, сейчас я тут умощусь. Ой, ребятки, мы дома. Мы доехали домой. У меня, оказывается, такой шухер на голове. Я просто после моря, мы же искупались, и я волосы не мыла. Я решила их помыть дома. И они мокрые. Кошмар, сейчас пойду в душ. Пусянечка, кто тут скучал? А, за нами, кто скучал за нами? Иди, моя сладкая. Будем гладиться с тобой. Я только что ее на руках держала, так мурчала. Падай, я тебя буду вот так вот гладить. Вот так. Очень моя пусярочка. Вот такая моя хорошая девочка. Так. Ой, слава богу, сумки разбирать не надо. Ничего разбирать не надо. Водички нету. Водичку выпили. Ой, блин, погладила, поцеловала пуму. Все в шерсти. Ужас. Ужас какой-то. Давай. Ой, я сейчас сажусь монтировать влог. Спать безумно хочется. Ой, кто тут об меня трется? Моя кицуня, падай. Да ложись ты, я тебя буду гладить. Ну что это такое? А? Жердячка моя. Кстати, кому интересно, сколько время? У нас уже 1:00 ночи. Хочется спатки ложиться. Потому что сейчас смонтирую влог. И ложусь спать, ну, где-то в 2:00 ночи точно лягу. Все. Ребята, спасибо, что были с нами. Всем спокойной ночи и всем до завтра. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.